Александр Викторович, мы обращаемся к вам с просьбой. У нас банк хочет отобрать дом за то, что мы должны 600 тысяч. 7 лет молчали, а теперь отбирают у нас дом, выгоняют нас на улицу. Просят с нас 1 300 000. У нас нет таких денег. Мы не знаем, где их взять. Что нам, идти побираться, выходить на улицу? У нас одно единственное жилье. Нам негде больше жить. Я обращалась и в «Справедливую Россию», и обращалась в «Единую Россию». Все разводят руками, будто мы не российские люди. Что нам делать? Ехать на Украину и идти побираться с мешками в зиму? Пусть продадут дом, потому что банк не хочет идти с нами ни на какие соглашения, он не хочет идти на наши условия. Просим вас, пожалуйста, помогите нам. Мы не знаем, что делать, что нам ехать на передачу, за гранью. Мы надеемся на вас, что вы нам поможете 1 300 000 найти. Спасибо.